Чё ждем? Светофор. Светофор. Какой? Зеленый. Зеленый. Правильно. А сейчас какой горит? Салатовый. Ну ждем. 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 Сейчас будет алый, да? Угу. Потом пшеничный. Угу. И дай бог. Дай бог. Зеленый. Дай бог. Слушай. Смотри, ну все что-то на салатовые потихоньку едут. Да. Ну нарушают, нарушают, конечно. Нарушают. Да. Может, и мы дернем, а? Вроде ментов нету. Да, давай, давай. А что это? Заглохли. Заглохли? Ну, бывает, бывает. Наверное, бывает, да, на автомате мы заглохли. У машинки кушать закончилось? Ну, да. Или у нее настроение плохое. Да, да. Или отношения с другими машинками на парковке не сложились. Да, 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 надо будет ее перепарковать. Да, и мозги твои перепарковать, и с жопы в голову желательно. Направо, направо. Не получилось, не да? Не получилось направо. Ну, едем прямо. Едем. Хорошо, что МКАД круглый, да? Да. А то мы были где-нибудь в Петербурге уже, да? Да, да. Сейчас, секунда. Алло. Алло, Лен. Алло, Лен, ну спроси, что я делаю. Спроси. Я еду сама сейчас, прикинь. Сама по МКАДу. Да. Ой. Все, 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 давай. Давай, все, не отвлекай, а то я куда-нибудь впишусь. Давай, давай. Дорогой, а что вот он мне показывает там в окно? Да он восхищается тобой просто. Да? Да. Он говорит, ох, какой высший пилотаж ты показываешь. Как хорошо, что еще не перевелись женщины, у которых башка на плечах-то есть. Эх, мне б такую жену. Вот видишь, дорогой, вот видишь, когда ты на меня не кричишь, у меня все хорошо получается. У тебя очень хорошо получается. Ну? Более чем. Да? У меня бы так не получилось. Ну? Столько километров-то на ручнике проехать. Это талантно. Оп! А что это? Человек. Да? В ярко, сука, салатовой куртке. Да? Ну ты не волнуйся, он свою пожил. В смысле? Да хватит. Ну. Да что там? После университета-то смысл жить? Самое интересное уже было, да? Слушай, дорогой, а раз у меня хорошо так получается, давай я к маме доеду, к своей, а? В Воронеж, прямо сейчас. Да, только позвони, предупреди ее, чтобы она на дорогу вышла. Зачем? Ну пусть встретит нас в своей ярко-салатовой куртке.